будут выполнены мероприятия по охране правопорядка. Это силы и средства полиции, которые будут обеспечивать правопорядок, силы ДПС, которые будут обеспечивать безопасность на дорогах. Что же касается мест, где производятся эти купания, это пляж Малая Бухта, это центральный пляж городской и центральный пляж станицы Благовещенск. Вот на всех этих площадках, на которых я сказал, в полном объеме будут также обеспечиваться мероприятия по безопасности на водных объектах. А именно, там будут дежурить экипажи спасателей в экипировке со всеми средствами спасения, в том числе и сплавсредствами. Кроме того, на всех этих площадках будут дежурить кареты скорой помощи для обеспечения безопасности и сохранения здоровья тех людей, которые принимают в них участие.